Всем привет, с вами Руслан. На ремонте у нас iPhone 7. И проблема видна у нас невооруженным взглядом. Вот такой пузатый аппарат пришел к нам на ремонт. На замену аккумулятора. Конечно же, уже поздновато он пришел. Ну, что поделать. Видим такую картину. Включаем аппарат. И, не знаю, на камеру будет видно, нет. Плавает матрица, то есть матрица у нас, скорее всего, уже не оригинальная. То есть проклейки влагозащиты у нас уже, скорее всего, нету. Так что греть аппарат у нас смысла тоже нету. Откручиваем нижние винты, которые, кстати, туго идут от того, что пузатый телефон уже такой. Так, откручиваем второй. Есть, вытащили. Убираем их в сторонку. Телефон у нас включился. По периметру пальцем отщелкиваем, выключаем аппарат. Есть. И верхней части тоже вытаскиваем. Нет, проклейка у нас какая-то имеется, но уже видно, что она не заводская. Ну, раз мы уже начали разбирать без нагрева, разберем его так. Все. Открываем телефон в сторону. Проклейка у нас какая-то есть, но это совсем не завод. Это, скорее всего, остатки от старой проклейки. Теперь нам потребуется отвертка. Но отвертка непростая. Отвертка у нас трехлучевая. Где она у меня? Сейчас я ее найду. Вот она. Специальная отвертка. Ага. Я молчу. То есть, пока я брал отвертку, я заметил, что у нас отсутствует щиток. Кто-то уже здесь бывал. Щиток кому-то был нужнее. Ладно, отстегиваем аккумулятор, нажимаем кнопку питания, держим ее 5-7 секунд, чтобы у нас конденсаторы разрядились, чтобы ничего не убить статикой. Очень интересный у нас случай. Я не знаю, на что приклеен аккумулятор. Судя по всему, его меняли и, скорее всего, приклеили на что-то ужасное. Давайте попробуем поднять. Опа. Извиняюсь, штатив задеваю. Ага, вроде бы идет. Идет даже неплохо. Так. Угу. Видим очередное чудо наших, челябинских мастеров. Приклеить аккумулятор на два каких-то куска непонятно какого-то скотча. Ой, ну что ж, бывает. Для ремонта был приобретен аккумулятор фирмы Zeton. Для вас ссылка будет в описании на подобный аккумулятор. К сожалению, в Китае данная фирма не продается, а если даже продается, называется по-другому. Открываем наш сервисный пакет. Видим здесь аккумулятор фирменный Zeton. Достаем. Такая вот коробочка у него. Интересная, красивая. Очень плотный картон. Лучше бы они, конечно, сделали подешевле и убрали бы эту коробку, но, к сожалению, у нас есть что есть. Так, ложим аккумулятор, подключаем на место обязательно дисплей. Без дисплея ни в коем случае не включаем, не проверяем. Подкинули. И теперь можно подключить аккумулятор. Есть. К сожалению, у меня нет щиточка. Я бы клиенту щиточек, конечно же, поставил бы лучше. Но щиточка у меня, к сожалению, нету. Яблочко загорелось. Пошел старт аппарата. Что-то долго стартует. Так, аппарат у нас запустился. Заряд батареи у нас 35%, как вы видите. Это вполне нормально, допустимо. Батарейка у нас подзаряжена, но не заряжена. Заряженные батарейки у нас не продают. То есть это, не знаю, с чем связано. У них есть какой-то некий заряд, но они не полностью заряжены. Ну вот это вот, конечно, чудо. Это у нас, судя по всему, аккумулятор, который продается у нас в технопаках. Самый дешевый, по-моему, 400 рублей он стоит. И вот
Да, вот так он выглядит. То есть ни маркировок, ничего. Сделано все под оригинал. Стоит какая-то дата, но она, естественно, левая, наверное, да? Да. Тут правда отсюда не добьешься. Ну, в любом случае, данный аккумулятор пойдет в помойку. А мы продолжим. Я клею данные аккумуляторы на свой клей B7000. Наношу его небольшое количество. После высыхания он очень хорошо держит. Аккумулятор у нас не болтается. И потом просто проще будет менять в следующий раз. Вот этот клей я отсюда убирать не буду, потому что это очень трудно сейчас будет вычистить. Я прям вот так рядышком проведу полоску здесь и полоску здесь. Не вижу смысла покупать специальные хлястики. В одном из видео был у нас опыт с хлястиками. Мне это не понравилось. Ссылочка вот тут, посмотрите. Там, по-моему, 6-й iPhone был. Лучше это делать без хлястиков. Чисто на клею. Потом самому будет даже проще снимать этот аккумулятор в следующий раз. Потому что, как правило, после хорошего ремонта следующий ремонт приносят также тебе. Как вы видели, здесь аккумулятор уже менялся, и почему-то в тот сервис телефон не понесли. Значит, им что-то не понравилось. Скорее всего, не понравилось срок службы старого аккумулятора. Все, собираем телефон обратно. У нас здесь мягкая, гибкая матрица, но она гибкая до поры до времени. Ее также можно сломать, поэтому аккуратно вставляем наш дисплей на место. Проклейку наносить не буду, смысла нету, корпус телефона у нас кривой. Даже если я сейчас куплю проклейку и приклею ее на рамку, это ничего хорошего не даст. Она просто отклеится и все. Включаем аппарат. Яблоко загорелось. Есть смысл закрутить нижние винты. Включиваем. Один. Есть. И второй. Очень хорошо, что не повредилось у нас крепление винта. Обычно при вздутии аккумулятора у нас вырывает это крепление от рамки дисплея. Проверяем тач. Тач вполне реагирует. Давайте не будем блокировать телефон. Перейдем в экстренный вызов и попробуем там. Палец также у нас отзывается. Есть определенная вибрация. Тактик у нас отзывается корректно и приятно. Все, не будем больше мучить данный аппарат. Позвоним клиенту и выдадим его. Вот такой фирмы был аккумулятор. Емкость у него. Давай, кстати, проверим емкость. Здесь у нас 1960 написано, а здесь у нас где написано. Емкость, в принципе, соответствует данному аккумулятору. Apple Japan. Ну, насчет Japan-то, конечно, я согласен, но никак не Japan. Явно не Japan. Вот такой пузатый овощ. Жалко, их нигде не принимают, так бы их воздавать, конечно. Их очень много копится от айфонов аккумуляторов. И вздутых, и не вздутых, и просто израсходованных. Но, увы, их никто никуда не принимает. Вот такая была замена аккумулятора. Для вас ссылочки все будут в описании под этим видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Лайк этому видео. С вами был Руслан. До новых встреч. Пока-пока.